Северная Осетия Алания, которая здесь представляет некоторые проекты и продукты, приняла решение принимать участие в этой выставке, исходя из нескольких соображений. Ну, во-первых, в Северной Осетии очень тесно развивается сотрудничество с Турцией. У нас в работе несколько инвестиционных проектов, в которые будут участвовать турецкие предприниматели. И транспортное сообщение между Владикавказом и Турцией имеет единственный сухопутный вариант в Российской Федерации, он тоже проходит через нашу республику. Поэтому заинтересованность к участию наших предпринимателей в этой выставке была определенная. Поэтому здесь представлены инвестиционные проекты и два продукта, которые мы собираемся продавать на этом рынке. Участие именно в павильоне России дало возможность, на мой взгляд, сконцентрировать внимание турецких и иных предпринимателей к общению с российскими предпринимателями. То есть это некая такая концентрация. Конечно, от каждой выставки человек ожидает каких-то сиюминутных результатов, но я надеюсь, что эти результаты будут после выставки, потому что состоялись контакты, договоренности. И вот сейчас буквально происходят такие контакты по вопросам, связанным с нашим интересом. И мы рассчитываем, что уже после выставки, в ходе уже отдельных переговоров, эти контакты превратятся в какие-то более-менее прагматичные решения. Что еще можно сказать? У каждой выставки есть ресурс для улучшения, и деятельности есть. Я думаю, что и организаторы это видят, где можно улучшить. Но надо отдать должное и экспортному центру, и Министерству промышленности. Они сделали много для того, чтобы привлечь внимание и предпринимателей турецких, и турецких организаций, которые содействуют экспортно-импортным операциям. Поэтому, надеюсь, эти усилия будут полезны обоим сторонам.